Добрый день, с вами Лена Стрэндж. Сегодня хочу вам показать гель-лаки CNDS с сайта AliExpress, который у меня есть. Сначала рассмотрим с вами флакончик. Заявлено 10 мл. Есть информация от производителя. Номера наклеены сверху. Здесь какие-то свои номера, которые не совпадают. Гель-лак плотный. Хорошо пигментирован, не жидкий, очень хорошо самовыравнивается. Запаха противного, едкого вообще абсолютно нет. Так, первый цвет 14, который у меня есть. На типсе этот гель-лак два слоя. Красивый такой нюдовый цвет. Таким образом он выглядит. Флакончики, кстати, полные пришли. Следующий цвет 110. Здесь он два слоя гель-лак. Такой лиловый цвет, спокойный, очень красивый. Доставка гель-лаков стандартная. Также вся информация есть. И очень много продавцов, которые продают эти гель-лаки. Единственное, что не у всех продавцов там доставка хорошая, быстрая. Не у всех палитры совпадают. Следующий, это 17-й. Здесь я покрыла на типсе матовым топом этот гель-лак. Поэтому сделаю выкраску, чтобы вы посмотрели цвет. Цвет красивый. Какой-то бордовый, вишневый. Насыщенный цвет. Хорошо ложится. В два слоя полностью перекроется он. Неплохо самовыравнивается, кстати говоря. Сейчас вам покажу на... Вот этот обычно светлые цвета, они страдают тем, что полосят. Сейчас мы с вами, я вам покажу выкраску вот этого светлого цвета. Мне, в принципе, эти гель-лаки понравились. Неплохие цвета там есть. Единственное, что цвета, как правило, у продавцов не совпадают с тем, что вам может прийти. Картинки не совсем соответствуют. Но на сайте AliExpress очень многие пишут отзывы свои по поводу этих гель-лаков. Смотрите. Неплохо самовыравнивается. Отличная пигментация. В один слой он уже укрылся. Полностью покрылся. Вот здесь он в два слоя, например. А вот здесь показано, как он будет выглядеть, если это будет матовый топ. Отличные гель-лаки, лично мне они все нравятся. Оставлю обязательно ссылки. Сделала себе повторно заказ на данные гель-лаки. Обязательно, когда придут, покажу их. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, мое видео было для вас полезным. До новых встреч!